Добрый вечер всем. Мы, жители улицы Строительной, собрались сегодня, чтобы обратиться и просим о помощи. Дело в том, что наша улица, так случилось, что она находится немножко в низине. И по ней проходят все сточные воды, не то что сточные, дождевая вода сбегает с соседних улиц. Вот. Весенние воды сходят тоже по нашей улице Строительной. И как мы видим, по улице Строительной от ее от начала и до конца нет ни арыка, никаких каналов для стока воды. Осенью этого года обычно, как бы каждый год администрация какие-то проводит мероприятия для стока весенних вод. Они проходят трактором по центру улицы, немножко делают углубление, да. Мы здесь своими силами углубляем канал, который ведет к трубе переходной, и чтобы сток шел воды дальше. Но данной осенью, прошлой осенью, администрация во главе с Сайгиным просто-напросто засыпали, вместо того, чтобы углубить каналы и облегчить сток весенних вод, они еще сюда привезли несколько КАМАЗов от сева, состоящие из глины и щебня. В результате чего весенние воды не то, что там лучше начали, да, сходить, и это, они привели к тому, что наоборот поднялся уровень воды. И эта глина, она замыла вообще все абсолютно стоки, и вода пошла просто-напросто во дворы. Мы обратились в администрацию, концов получили мы ответ от господина Перина Дмитрия Владимировича, который нам ответил, что для пропуска паводковых вод вблизи почему-то подписывали вся улица, обращение от жителей всей улицы Строительной. Он дал ответ только как бы наш номер один, где мы и отвечает, что нужно вместо того, чтобы углубить каналы, построить арыков, вместо арыков, как делают это в современном мире, вот, просто-напросто наоборот приподнять плиты подъезда дома. Вот. А что делать остальным жителям вдруг улицы? Дальше что нам им что прыгать через дома? Ну, то есть такое отношение. Просто надо сказать, даже вот, я не знаю, с насмешкой, что ли, или равнодушие, равнодушие, скорее всего, наших чиновников просто убивает и зашкаливает уже, зашкаливает. Мы за 40 лет первый раз всего решили обратиться и получили такой позорный, надо сказать, ответ. Кто будет еще сказать? 40 лет вообще живем и 40 лет сами спасаемся. Меня затопило тоже, там мешками спасался от этого, чтобы вода не зашла, затопило двор, затопило хозпостройки, все тут. А там делов-то, я говорю, если действительно по-человечески сделать просто арык, как вот плитами выложили, а это из года в год, и мы сами себя спасаем. Звонил в МЧС, не приехали, звонил в Силкова, не приехали, в общем, никому ничего не надо. Конечно. Надо какие-то принимать меры, да, что-то делать. Да. А меры, даже если мы сейчас начнем, вот мы начнем, мы здесь будем так же копать. Здесь дело всего, в принципе-то, я не думаю, что это много займет времени. Есть техника, сейчас современная техника.
Есть люди для этого. Но если даже мы сами начнем своими силами сейчас копать, если администрация так на нас машет рукой, мы не допускаем такое, что они нам еще здесь подкинут глины. А что дальше мы будем делать? Что поднимать мы будем, кроме плит? Вообще непонятно. Мы просто просим помочь, и на нас никто не обращает внимания. Просто даже отмахивается. Не то, что там не обращают внимания. Я даже не понимаю, как это назвать. Ты, Жень, ты что молчишь? Скажи ты у нас. Да что я буду говорить? Я говорю, что пенсионер на нашей улице все. Да, пенсионеры, кто вдовы. Кто может да, защититься, а кто и не может. Было поддержать не может. Вот именно. Топит каждый год, И каждый год мы ждем, когда же сделают нам нормальный арык, чтобы проходила вода. Когда же будут готовиться, в конце концов, к паводку. Но этого не происходит. А более того, наоборот, еще хуже делают. Да, решили вообще длинный нас засадить. А почему на нашу улицу вообще не снимать? Я просто спасали. Строительные улицы. Первые строительные улицы строились-то. Помогите нам, пожалуйста. Все.